нам не даете ответ? Что вы таким тоном разговариваете? Я нормальным тоном разговариваю. Я всегда так разговариваю. Да нет, я нормальным тоном разговариваю. Полностью нормально. Вы обязаны это сделать, потому что мы сторона вот народа. А в договоре прописано, что на строительную пойдут 26 домов, как по списку. А представители 26 домов здесь сидят. И они имеют полное право получить этот договор. Полное. Я вам обосновала же, да? А теперь вы обоснуйте, пожалуйста. Почему вы не хотите дать обоснованный ответ? Дайте, пожалуйста. Почему вы не хотите нам дать документ? Что такое договор? По требованию подрядчика. Так. Должен быть профессиональный подрядчик. Так, секундочку. Так, секунду. А зачем вам нужно это? Нет, контракт. Секунду, Мурат. А где контракт? Вы же нам говорили, мы вам все предоставим. Где контракт? Давайте я потребую, да, его. А, ну давайте, давайте, он требует. Все. Это ж правильно. Все, да. Когда предоставить? И мы требуем, чтобы ни один застройщик не подписал договор, пока вы не увидите этот контракт. Это потому что правильно. Если мы нарушаем как бы их требования, они выселяться отказываются. Понимаете? Конечно. Сегодня же, да. Никаких проблем же нет. Пожалуйста, хоть им. Хотя вы мне тоже по закону должны. Я запрос официально обратилась, да. Вот сейчас я ставлю вопрос. ООО «Гранит», почему ООО «Гранит» не предоставляет этот документ? Смотрите со стороны. Ой, смотрите, да интересно же. Стороны. Вы понимаете? Сколько семей мы почему вот вы не даете, Казибеков, почему вы не даете, уважаемые? Когда будет? Почему мы два месяца у вас просим этот договор? Третий месяц, два с половиной. Мы все договора просили касаемо данной программы. А вы контракт нам дали? Вы нам контракт дали? ООО «Гранит» заключает контракт с ГКУ «Жилище». Где этот контракт? Как не должны? Мы вам официальным запросом обратились. Почему вы нам не даете ответ? Я нормальным тоном разговариваю. Я всегда так разговариваю. Да нет, я нормальным тоном разговариваю. Полностью нормально. Вы обязаны это сделать, потому что мы сторона вот народа. А в договоре прописано, что на строительную пойдут 26 домов, как по списку. А представители 26 домов здесь сидят. И они имеют полное право получить этот договор. Полное. Я вам обосновала же, да? А теперь вы обоснуйте, пожалуйста. Почему вы не хотите дать обоснованный ответ? Дайте, пожалуйста. Почему вы не хотите нам дать документ? Что такое договор? По требованию подрядчика. Так. Должен быть профессиональный подрядчик. Так, секундочку. Так, секунду. А зачем вам нужно это? Нет, контракт. Секунду, Мурат. А где контракт? Вы же нам говорили, мы вам все предоставим. Где контракт? Давайте я потребую, да, его. А, ну давайте. Давайте, он требует. Все. Это ж правильно.